Всем привет! В этом уроке мы продолжим работу над проектом, созданным в предыдущем уроке. Кто не смотрел, ссылка будет в описании и в углу вот здесь подсказка. В прошлом уроке мы создали и запустили контейнеры Docker из конфигурации, поставляемой вместе с шаблоном EE2 Advanced. А сейчас я покажу, как правильно настроить фреймворк для работы с базой данных, размещенной в отдельном контейнере. Как запускать миграции, как настроить контейнер MySQL так, чтобы к нему можно было подключаться из, например, PHP Storm. Для начала давайте найдем конфиг, в котором настраивается подключение к базе. Common, Config, Main.local.php. Здесь находим строку DSN и в ней параметр host. Сейчас он установлен как localhost, но с такой настройкой подключение к базе работать не будет, так как база данных у нас находится в отдельном контейнере, а у каждого контейнера свой IP-адрес и доменное имя, оно же имя контейнера. Так как Docker Compose автоматически создает для нас пользовательскую сеть между контейнерами, то подключаться к каждому из них можно как по IP, так и по имени контейнера. Для начала давайте поднимем контейнеры, если вы этого не сделали ранее, командой Docker Compose. Если же контейнеры у вас уже были запущены, то посмотреть их список можно командой Docker PS. Смотрим в колонке Names имя контейнера MySQL и запоминаем его или копируем. Теперь это имя нужно прописать в конфиге. Заменяем localhost на e-application-mysql1. Теперь имя пользователя и пароль. Чтобы узнать их, откроем файл docker-compose.yml в корне проекта. Находим секцию с сервисом MySQL и в параметре environment находим переменную mysql-user и mysql-password. Добавим их значения в наш конфиг. Можно указать и root пользователя, но это не рекомендуется. Как теперь проверить, работает ли наше подключение? Очень просто. Нужно попробовать выполнить миграции. В папке console migrations есть две миграции. Но мы не можем запустить их выполнение в консоли хостовой машины, так как, во-первых, у меня не установлен сервер MySQL, а во-вторых, база данных находится в контейнере, и она нам будет недоступна с хостовой машины. Так как же правильно выполнить миграции? Для начала нужно подключиться к консоли контейнера. Выполняем команду docker exec. Используем опции IT, Interactive Terminal. Указываем имя контейнера, фронтенда или бэкенда. Я использую фронтенд, но это не принципиально. И в конце нужно написать, какую команду нужно выполнить в контейнере интерактивно. В нашем случае это команда bash, которая и покажет нам консоль контейнера. Видим приветствие EE фреймворка. Также о том, что мы уже в контейнере, свидетельствует имя пользователя и хост, совпадающий с ID-шником контейнера, вот здесь. Папка app – это корень нашего проекта. В этом мы можем убедиться, отобразив список файлов и директорий командой ls. Теперь давайте запустим инструмент миграций. EE предлагает нам согласиться или отказаться выполнить две имеющиеся миграции. Пишем yes. И видим сообщение об успешном применении. Это значит, что база у нас из контейнера Frontend, а значит и из приложения доступна, и мы можем к ней подключаться и работать с ней. Сервер MySQL по имени его контейнера доступен из других контейнеров, но с хостовой машины такого адреса, соответствующего имени контейнера, просто не существует. Но есть как минимум два способа получить к нему доступ. Первый и самый простой – это настроить проброс портов. Просто дописываем в конфиг секцию ports и порты 33060 и 33.06. Пробрасывать можно любой незанятый порт хостовой машины.
Обычно это тот же самый порт 33.0.6, но я специально использую отличающийся порт 33.0.60 для наглядности. Теперь выйдем из контейнера Frontend и перезапустим контейнеры командой docker compose app. Теперь можем попробовать подключиться к MySQL из PHP Storm. В панели баз данных добавляем новый Data Source. MySQL. Хост оставляем localhost, так как именно на него выполняется проброс портов. Порт нужно указать соответственно тот, который пробрасывали с хостовой машины, то есть 33.0.60. Пользователь у нас E2 Advanced. Пароль Secret. Нажимаем Test Connection и получаем сообщение об успешном коннекте. Второй способ – подключаться по IP контейнера. Для этого способа не нужен проброс портов, поэтому удалим секцию Ports из конфига. Для подключения мы можем использовать IP-адрес, автоматически присвоенный контейнеру докером. Но это ненадежный способ, так как такой IP-шник может со временем поменяться. Давайте добавим в настройки Docker Compose свою сеть с фиксированным IP-адресом. Здесь мы выбираем, какую сеть будем использовать, и указываем, какой IP будет в ней присвоен данному контейнеру. Саму сеть необходимо описать отдельно ниже. Тут мы указали маску подсети. При этом шлюзу сети будет по умолчанию присвоен адрес 172.40.0.1, поэтому для самого контейнера мы выбрали адрес, заканчивающийся на двойку. Перезапустим Docker Compose. И снова заполним данные подключения. Теперь в качестве хоста вводим IP 172.40.0.2, порт 33.0.6. Пользователь и пароль остаются те же самые. И еще раз нажимаем Test Connection. Подключение работает. Чтобы в списке подключений нам не показывало все подряд базы данных, давайте укажем базу E2 Advanced. Сохраним и посмотрим, что получилось. Теперь вы знаете, как подключаться к базе данных в докере из других контейнеров и из приложений по управлению базами данных. Чтобы узнать еще больше нового, интересного и полезного, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте ваши вопросы в комментариях. Это канал Данилов Код, я Андрей, пока!